История жизни на Земле началась 4 миллиарда лет назад. Когда сформировалась наша планета, она была голым, враждебным миром. 700 миллионов лет спустя Солнечная система пришла в движение. Гравитация сорвала кометы с орбит и разбросала их во все стороны. Многие из них попали внутрь Солнечной системы. Они дождем падали на молодую Землю в течение 300 миллионов лет. Они высвободили газы и органические вещества, создав атмосферу и океаны. И, наконец, зародилась жизнь. Очень драматичная история, но правдива ли она?